Обязательно приготовь этот пирог, потому что рецепт очень простой, а результат превзойдет все твои ожидания. Пирог получается нежный и супер воздушный. Для теста берем 2 яйца, 6 столовых ложек сахара и 1 пакетик ванильного сахара, 100 мл подсолнечного масла. Все хорошенько взбиваем. Добавляем 250 грамм сметаны. Просеиваем 230 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Тесто получается довольно-таки густое. Форму для выпекания смазываем маслом и выкладываем тесто. Сверху выкладываем любые фрукты или ягоды, можно даже замороженные. Я взяла свежий персик. Выпекаем пирог в разогретой духовке при 180 градусах минут 30. Сверху присыпаем сахарной пудрой и пирог готов. Желаю вам приятного аппетита, не забываем подписываться, а также жду тебя в своем инстаграме.